Сейчас узнаем все. А мы тут просто с родичами сидим, занимаемся. Папа, Амир, звони! И не в курсе, что и как там. Не, звонили, узнавали, еще не было. Ну да. Нет, еще не было, да. Она ж папе сказала, она ж мужу первому сказала. Женя, скажи, девочка, мальчик, хоть скажи. Девочка, мальчик. У нас Мусечка. Камила, да? Да, Камила у нас, да. А он тут родичи могут кипишует. Давай, все, спасибо тебе за хорошую новость. Женя, всем привет. Давай, все, увидимся. Хорошо, давай, а. Давай, мы за это выпьем сейчас, давайте. Давайте. Снимаю, снимаю. 13 число пополнения у нас. Время у нас сколько? 8:30, но Аня еще не отзвонилась. Ну, Олег, да, да, да. Я думаю, может, сейчас назад. Вот, она бы не звонила сейчас назад. Счастливая, да, у многих. София, ты говорила, у тебя внучечка 13-го, сыночек 13-го. Да. И ты говорила... Внучечка 13-го, 13 часов, 13 минут. Да ты шо? Да, у нее... Даша? Да. Да ты шо? Да, да, да. Это надо так, 13-го, 13-го. 13 часов, 13 минут. О, вот дает. Молодец. Все. Ну, да, бабушка, число. Дедушка, давайте. Давайте. Ой, давайте. Ой, хочу с вами поделиться новостью. У нас такая хорошая новость. Ну, я вам не рассказывала, вы меня поймете, почему не рассказывала. Ну, потому что заранее нельзя об этом рассказывать. Вот сегодня 13 число. Мы отмечаем в гостях Старый Новый Год. Но у нас сегодня родилась внучечка. Долгожданная наша кнопочка. Вот Анечка только что родила, позвонила. Ой. Она, конечно, мучилась долго. Это такое... Событие трепетное. Я, конечно, переживала, сколько... Ну, она когда... Сегодня у нас 13-е, она с 11 на 12 уехала в больницу в час ночи. Вот. И сегодня уже родилась. Ой, вечером. Так что у нас внучечка, я уже теперь бабушка. Все, такое у нас сегодня хорошее событие. Конечно, я плачу, ну, вы понимаете, почему это слезы радости. Все хорошо, все замечательно. Очень скоро все, едем в Харьков выписывать. Поедем на выписку Анечки с роддома. Все, ой, не могу. И слова что-то не идут, слезы только одни идут. Ой, ребята, мы уже наговорились, все, с Анечкой пообщались, сейчас она нам фотки малышки скинет. В общем, мы уже бабушка и дедушка, хотя у нас еще Софийка маленькая, но все равно мы бабушка и дедушка, такая у нас семья. Вот, все, идем к гостям, сейчас будем обмывать. Мы уже обмываем уже сколько раз, и заранее начали, мы же знали, что она рожает. Ой. Ой, Софийка, ну, все, все, пообщались. Сейчас он нам фотки пришлет. Все, давайте, наливайте. Уже налито. Налито, да? Налито сейчас. Олечка, наливай, все. Ой, слава богу. Ирёня, как так? Я говорю, маме сразу не позвонила. Ну, она говорит, я ж мужу позвоню, хотела тебе. Смотрите, знаете, какая. А дело в том, что муж сказал вашей папе Софийке. Не, муж сказал, она должна позвонить. Мне позвонить первому. Но она, видимо, так и позвонила, у них был такой договор. Да, да, а да. Потом уже позвонил папе, а папа уже... А папа позвонит. Нам, да. Да. Она говорит, я только вам хотела звонить, говорит. На 30 говорит. Минут. Да. Ничего, да. Давайте, Анечка. Рассказать. Дедушка, говори. Боже, говори, дедушка. Сегодня у нас такое событие, очень хорошее, радостное. Я стал дедом. Давай, вот. Давай. Поэтому, ну что? А
только здоровья желаем, малыш. Да, только малышки, малышка да. пусть растет, радует нас. Вот. А-а-а. Ну, в общем, короче, класс. Здоровье, да. Только все здоровье. Класс. И все. Малышка маленькая. Я рад, сильно рад. Я давно. Ну и слава Богу. Все, мы тоже за тебя. Давай. За не, ну видно. Всем спасибо за поддержку. Ну видно, что. Имя знаем уже, внучечки ваши. Да. Ну дай Бог. Говорится, слава тебе, Господи. Так, нам приезжала Ирочка, она уже уехала. Ну, в видео вы видели ее. И она привезла нам вещи. Вот, и нам надо их одеть, померить. София, тебе надо штанишки выбрать, да? Да, мне надо штанишки, да. Так себе, какую только. Или эти, или сырокожие. Или вот такие, ложи. Или такие, как велюровые, да? Да. Не, это велюр или замш? Велюр. Велюр. Или эко кожа, да. Сейчас София будет мерять. Будем смотреть. Так, София. Девочки, а вы кофточки одевайте. Наташа, вот кофточки, нитки. Да? Да. Давай. И нитки тут есть. Нитки, давай. Да, вот у ней комплект полный. Давай. Кофты какие-то она, ага. Нитки какие-то получила. Хорошо, вот. Давай, будем сейчас да. все мерять. Давай. Давай. Мне кажется, вот этот я кофта будет класс. Давай. Да? Да, сейчас все померяем. Да, Наташенька, пока отключаем. Да я думаю, а ну, София. Два размера меньше. Не, они большие на тебя. А ну, большие, иди. Большие. Иди, иди. Я вижу. Большие. Да что там? А ну, там поворачивайся. Не-не-не. Не-не-не, оно большое, София. Оно вот, вот. Да, большие, я вижу. Давай. Это на меня штаны. Наташа, я с эко-кожей одену. Да? Давай, давай. Сейчас. София, эти хорошо. Да, да. Эти хорошо, да. да. На эти на тебя Леночка, хорошо. Дивись. Да. София, отлично. Да. Вообще чудесно. А ну на попе. Хорошо, хорошо, не, София. Не, эти да, хорошо, да. да. Ну, тебе вот. Комфортнее в каких? В этих комфортнее, ты да? Знаешь, да, я думаю, да. А ну присядь. Это утепленные. А ну присядьте. Так, они тянутся еще. Хорошо, они хорошо. Утепленные. Хорошо, София. Угу. Не, вот эти классно. Оставляй. Оставляю. У меня тоже да? такие есть утепленные. Я уже 2 года в них хожу. Вот такие, да? Вот такие, да, вот такие утепленные. Угу. Вот тоже вот такие. Угу. Не, ну мне, наверное, еще толще. У тебя такие не такие. У меня вообще там такие не, дуб дала. Не, а ну глянь, вот. А ну, тоже черный на черный. Сейчас, подожди. Черный. О, вот такие, да, бархатные внутри. Угу. Да, да. Угу. Да, София. Ага. Ну, ладно. Вы можете вот с этим свитерком. Ой, это я не хочу. Вот тот черный. Не, я себе вот купала. Сейчас я покажу, я вон себе купила, я тебе скажу. Ух ты, о, такой же. Да. О, да. Похоже на как черный. Не, у меня, видишь, какой он такой. Ага, у вот тебя с люрексом, да. Да, да. Ага. Сейчас же модно в этом году. Да. Вот он мягенький, такой приятненький. Не, это я немецкий. Я вот этот. Ага. Не вот видишь. Вот этот левый. А? Вот этот. А, ты за этот? А я... Нет, я за этот вам. Да нет. Кто нас сольется? А, и купальник есть. А кто едет отдыхать, девочки? Купальник шикарный. Да, это не на мои, на мою грудь. Это, да, классно. Моя грудь туда не поместится. Но я вот не пойму цена. Если честно. А цена большая. Я вот не пойму. Или... А ну. 6938? Так и есть. 6. Да. А как-то я здесь увидела другую цену. Ну, там... Да, наверное, другая цена. А ну, сейчас. 6938 или 39? Ну, это 6. Уже не важно. Ну, когда 6 первая. Ну, последняя, это уже не важная цифра. Так. Наташ, ты ничего не будешь одевать? Ну, сейчас, я вот эти штаны могу померить. Давай, давай. Ага, София уже под ботинки. Ты нашла, да? Да, на купальник мы нашли новую цену, не 6. 4898, вот новая цена написана. Угу. Очень. Угу. Не, ну, конечно, да, с хорошего, с качества. Ну, качество неплохое. Девочки, они очень. Не линяют, да. Ни под солнце, нет, ну, ни под чем. Они, ну, конечно, у меня есть вот конечно, честно. Это тебе не вот это. А, и он двойной еще, кстати, он двойной. Угу. На них, ну, как бы, ничего не влияет, да. Отлично. Они вот вид такой, вот,
Ну как вот, mm-hmm. как купил, так и остается. Ну вот такой вот, кстати, вот от него. Ага. Я его увидела. Ну, такая, подожди, а тут... Шикарно смеется, кстати, шикарно. Вот строильник. Смотри, на шею. А, на видишь? Этот. Ай, это же один. Сейчас один, мы меряем. А я думала, померяла. Шапка, слушайте, для хвоста. Да, это на голову. Смотри, София, это лосины. Нет, это брюки. Ну, классно. Лосины, брюки или что это? Не, ну, да? Как тебе? Не, мне хорошо. Да. Софи, на тебя они большие. Это большие однозначно, да. Ты мне в школу делаешь хвост? Тут можно... Ага, она тебе большая, Софика. А ну, один кофточку, вот это, комплект, Наташа. Один. Вот эту. Вот я сейчас одену. Вот смотрите, давай, девочки, я в черном, как была, сейчас снова да буду. Ничего. Сейчас снова буду в черном. Этот свитер классный. Классный. Наташа, он, знаешь, какой этот классный? София, как ты мне костюм подарила? Вот такой костюм. Ну, вот такой это стиль. Твоя кофта, подожди. Это моя, ага. Да. Давай я поскладываю. А вот это откуда? Блин, не хочешь ну, жалко. Ну, вот это же от этого. А, набор? Да. Это у меня, допустим, что руки. Есть, девочки. Не вот это сказать, откуда? Да. Набор? Да. Да, да, да. И вот митки тебе. Я ж тебе говорю, одень. Сейчас мы оденем шапку. Так, да я вот это все поскладываю. Смотри, к набору кофточки идет шапка. Один, один. Ты понимаешь, еще хвост мне вылазит. Подождите, я не могу. Нет, так классно. Я неправильно одела, девочка. Давай. Сейчас. Хопа. Вот. Не, ну можно же. Наташа, тебе идет. Скажи. София. А чего? А куда оно там? Нормально. Это для волос. Вот там хвост длинный. Ну нет, пока не высунул. Не вырос. Нет. Не вырос еще. А что, я вообще с короткой стрижки отпускаю. Одевай, одевай эти нитки. Так. Ленчик, не будешь одевать? А ну, платье. Нет, а что ты не меряешь? Так куда оно? Как это не влезешь? На меня оно большое. Влезет. Лена, меряй. Нет. Просто мир. Да давай тебе хоть глянем. Да давай. Нет, оно у меня обтянет все. Нет. Ну и нормально. Нет, нет. Какой там размер написан? Нет, нет, нет. Сейчас я делаю. Элька, тебе XL. Нет. Нет? Нет, это не мой размер. Черный, ой, Наталья, но я черная не знаю. Черная пантера. Да. Мою шапка нет. Шапка ни сюда не идет. Вот я не знаю, как ее сделать даже. Да. Мам. Ребята, ну иди покажись. Айди, Жене покажи. О, ты, Жене, как цены покажу, Женя умрет. А цены не показывай, да? Да. Нет, иди. Ну покажись сама. А, просто? С Софикой, а ну. Мам, ты сейчас... А она и так снимает. Не, ну... Могут продавать еще... Да, черная пантера. О, в черном панамеро. А там еще, значит... А шапка что? Ну это в наборе, шапка, да, минет, да, и кофта. Да, это круто. Штаны без набора. Ни хрена себе. Весь набор твоя зарплата. Да. Это моя зарплата? Да. И это набор? Да. А, поздно зарплата нельзя, нет? Нет. Да. Блядь, так Женя, так да, видео да, идет. И это... Давай, я сейчас несу. Да, Софиечка. Да, да, пойдем. Да. Возьми мой пакетик. На, Софиечка. Возьми пакетик. На. Наташенька, а вот это твоей доте, это получается она мне праправнучка, да? Да? Вот, я хотела, ну, как бы от нашей семьи. Вот. Ой, какой подарочек. Красивый. Вот. Класс, Софья, спасибо большое. Угу. Класс. Давайте откроем. Давайте, давай. Там скользко. Подожди, ага, Софиечка. Ой, вот, подожди, какой вот платьице. Угу. Вот, смотри, там. Наташа, вот повязочка, вот колготочки, видишь, какие? Ага. А вот бодик. Я какой славненький. Маленький, нет? Такой, да. Белесенький такой. Угу. И бодик. Ага. И ботиночки. Повязочка. Да. А топорики какие. Лентики, халюси. Боже мой, гляньте. Это ваши бисери все. Ой. Угу.
Ладно, какая красота, София. Вот представь, оно у нас бы в детстве такое. У нас такого не было. Будете делать фотосессии. Вот, да, очень оденете, красиво. Да. Спасибо вам большое. А платье какое красивое. Гля, а сзади? Наташа, какой бантик. Боже мой. Гля. Ай, Жень, иди глянь. Это для твоей нудишки. Классно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, красиво. Класс, класс. А тюбики, гля. Только на свидание. О, да, свет добавили. Боже, какая красота. А тюбики какие? А тюбики. Боже мой, только на свидание ходить. И с такой повязочкой, да? Ой, свидание. София, это у нас такого вообще в жизни вообще не было. Ой, как. Ой, красотень, красотень. Ты что, спасибо, София, вам большое. Пожалуйста. А колготки какие? Ты не маленький, боже мой. Боже мой, просто колготочки такие. Господи, малявочные. Что ж это за колготочки там? Гляньте, какой размер колготки. Вот они, 4 сантиметра. Да ладно, плять. София, представь, так нам бы, да, детям, да, колготки. Так, Наташа, оно тут, видишь, и не кусает. Ой, София, извини. Софичка. София, смотри, телефоном ударилась. Тут видишь, какая ткань? Ну, конечно, ну, а, София, знаешь, кто правильно шьет, знаешь, как, да, она хэбэшечка у деток. Конечно. Ой, какой оно мягенькое. Да, 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 да. Тут видишь, и фатин как бы. Ну, это для красоты, а самое главное изнутри. Глянь, какое оно мягенькое такое. Вы понимаете, это на кабинку маленькая. Принцесска будет. Да что маленькая? Смотрите, крас... это на человечка маленького одевается. Мне смотри, так на голову воду Софика надеть. Видишь, молния он. А, подожди, она... Не, вот так чуть-чуть, да. Если мне подойдеть, мне надо только на головку маленькую надеть. Ой, куда же, София? Я-то выросла. Красота, все такое ажурненькое, красивенькое. Боже мой. Боже мой, как красота. Бриллианты сверкают. Кто за что? Да, да. А какая красота сейчас, да, для детей, Софи, продается. А когда Камилка вырастет, как посмотрит, скажет, это мне такой классный подарок был. Да, да, конечно. Может, да, оставит, конечно. А может, на конечно, память. Оставит. Уже Аня на память. Сейчас. А знаете, почему Аня оставит? Она еще мне, моему ребенку, это даст. Ой, твоему? Ой, Софика. Ну, София, нам давай. Мама будет видео снимать, лет, потом лет, будем... Ой, 15 лет, Наташа, немного. Не 15, да, ну да, в принципе, не сильно много. Ой, все, закрываем наборчик, все. Спасибо, София, большое, класс. Все? Да, пойдемте. Пакетик. Пойдемте за стол. Да. Ой, София, какая у вас тут красотень. Это вас на свадьбу рисовали, да, Суф? А? На свадьбу вас рисовали. Свадьба, свадьба. Ой, какие вот красивые. Ну, кто видео уже смотрит, поняли, это София, это Коля, а это Колечка и Маша, ну, невестка. Такой худой тут Колечка, да? Нормально, вообще. Нормально, красиво. Ну, Маша, видишь, какой макияж классный. Да, все красиво. Да? Вообще красиво нарисовали, да. Вот, вроде бы только свадьба была, уже двое деток, да? Да. Уже да. И внучок, и внучечка у вас. Угу. Класс. Да. Молодцы. Ладно, летит, мама, не дай бог. Пойдемте. А у Колечка маленький. Ага. Малышонок. Подожди. Боже, София, это ж вы рисовали. Это ковер сзади был, да? Ну, это да, мы же еще по тем временам. 35 лет назад. Но все равно. Али, как он сидит, как ангелочек. Ручечки 6 сложил. 17 дней. Подписан. Ручечки сложил. Да. Малюсенький такой. Боже, а сейчас сыночек такой у него, да? Да. Только меньше. А вот здесь написано, это 2014. У него здесь зубки там, он выросли. Маленькие. Это же два внизу. Да, два зубика мне. А там написано год вон. Что-то 2014. Нет, то художник. А, то когда рисовали. Да, то художник. Когда рисовали. А все равно классно, София. Не, классно, ну, классно рисовали. Да. Память, да. Да, память вообще, да, хорошо. Да, да. Хорошо, пойдемте. Да. Все так. Ну, бывает как. Не надоедает так ехать.